ребята, загар. Загар. Ребята, сработка. Работочка. Подождем. Отпустим, ребят, его куда такой маленький. Все, ребят, я собираюсь. Время 4 час. Было всего на жерлице 4 сработки. Вот одну я взял. Ну, где-то, наверное, на полкилограммчика. Вот. Два карандаша было. Грамм по 300. Я их отпустил. Пускай растут. Потом нас будут радовать. Вот. И одна, в общем, в корягу завела. И, в общем, оборвал я и груз, и крючок. Вот так вот. Здесь коряги вот в этом месте. Здесь глубоко, 6 метров, наверное. Вот. И после обеда пришли два мужика с камерой. На мормышку до этого я пробовал, на блесну пробовал, нифига. Пришли два мужика. Короче, ну, я спросил, где рыба-то? Ну, они камерой смотрят. Вот. Они говорят, стоит она, в общем, рыба в пол воды, толще воды.
И точно я попробовал на мормышку. Вот, и все, и пошло клевать. В общем, наловил живца. Живца наловил много. Не знаю, конечно, он меня... Я через 2 дня собираюсь на рыбалку. Не знаю, он меня доживет, не доживет. Но тем не менее. Вот. И поймал вот одну крупненькую. Окуня поймал. То есть такая рыбалка не очень. Не то, что не очень. Но уху я поймал. Поймал. Вот. Живца поймал. Отдохнул воздухом. Сегодня погода вообще чудесная просто. Ветра не было. Солнышко целый день. То есть вообще погода чудесная. Вот. Ну все, ладно, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Со звуком пока беда. Скорее всего, наверное, после Нового года я куплю GoPro. Там вроде бы, как говорят, звук получше будет. Ну все, всем пока.